Квантовая точка или полупроводниковый нанокристалл является одной из светоизлучающих технологий, которая может создать конкуренцию существующим светодиодным дисплеем. Идея использования квантовых точек в качестве источника света впервые была предложена в начале 1990-х годов. На первом этапе квантовые точки применялись в инфракрасных фотодатчиках, светоизлучающих диодах и матрицах. Начиная с 2000 года такая технология послужила основой при создании дисплеев для телевизионных панелей, цифровых камер и других устройств обращения информации. Структура светодиодов на квантовых точках похожа на базовую конструкцию органических светодиодов. Основным отличием является то, что светоизлучающим ядром является нанокристалл селенида кадмия. Под квантовой точкой подразумевают особую полупроводниковую структуру, которая ограничивает движение электронов сразу в трех измерениях. Конструкция светодиодов на квантовых точках выглядит следующим образом. Селенид кадмия образует ядро, и в качестве ограничивающей оболочки выступает сульфид цинка. Основным элементом в данном случае являются электроны, которые при переходе с высокого энергетического состояния на более низкое испускают фотоны, за счет чего и образуется свечение точки. Довольно прост и механизм изменения цвета свечения светодиода. Необходимо лишь изменить размеры квантовой точки, что приводит к изменению и длины волны излучения. Основными преимуществами светодиодов на квантовых точках являются высочайшая яркость до 9000 кандел на квадратный метр. К примеру, яркость современных дисплеев не превышает значения 500 кандел на квадратный метр. Более того, технология позволяет легко повысить яркость светодиодов всего лишь формированием нескольких квантовых точек. Еще одним немаловажным преимуществом является простота в изготовлении.